Здравствуйте, ребята! Вы на канале видеоролики. Сегодня я буду вам экспериментировать, что такое ум читать. Это очень, конечно, трудно, но вы должны справиться. Но читать – это не самое лучшее. Читать – это самое лучшее. Это скучно, но зато полезно. Это очень полезно, очень и очень полезно. И вообще-то еще надо много читать и много есть. Здравствуйте, ребята! Сегодня я вам расскажу, как рыба подредает ум нашему мозгу. Я про это все знаю, это очень трудно. Но мы можем справиться, потому что это самое трудное. И сын, конечно, и вкусно, потому что там есть косточки. Но зато полезно, очень-очень-очень полезно. Вот я вчера на день рождения дяди Вали очень много рыбы съела. Даже не сдержалась. И вообще-то рыба это очень умно, потому что придает нашему мозгу ум. Вот я об этом все знаю, потому что я в садике учусь. В домике я вам расскажу, чего такое придавать нашему уму мозг. Нашему мозгу ум. Это очень полезно. Очень-очень-очень полезно. Я даже знаю, я его не люблю, но очень полезно. Я ее всегда ем. Ну, почти всегда. Я ее редко ем. Я сегодня съела много чего. У меня живот вообще сейчас лопнет. До свидания, ребята. Подписывайтесь на канал, снимай видеоролики. Пока. Здравствуйте, ребята. Вы на канале .ру. Сегодня я вам расскажу, сколько надо красоты, чтобы стать некрасивой. И сколько надо нам красоты, чтобы стать красивыми. И я вам об этом сегодня расскажу. Надо нам красоты очень много. Около 130. Это очень много, даже почти больше 100. Это и вообще больше 100. Так это будешь некрасивой. Если много, она ряд очень красиво своего любимого надеть. Только юбки и платье на одно расстояние надевать лучше не надо. Потому что это некрасиво. А вот если чуть-чуть красоты, то тогда вот так. А вот если много красоты, вот так. Вообще-то надо очень мало красоты надевать, чтобы быть красивой. Вот я сегодня мало красоты надела. У меня всего юбка и колонна и вот такой красивый цветочек. Моя нелюбимая футболка и мои нелюбимые штаны, мои нелюбимые туфли и мои нелюбимые носки. Ну так, это очень красиво. Мне даже нравится самой мне. До свидания, ребята. Подписывайтесь на канал .ру. До свидания. Здравствуйте, ребята. Сегодня я вам расскажу, что такое спиннер. Это значит, можно его как крутить. Вот умеет на одном пальце можно. Ну, почти у каждого спиннер. Вот я никак не могу понять. Кто-то из вас должен догадаться. Когда кто-то купил одного контролька, сразу умножились контрольки. Когда кто-то купил один спиннер, умножились спиннеры. Кто из вас может догадаться? Но сначала загадаю вам загадку. Ведь игрушку нельзя скушать, это я знаю, лампочка. А вот то, что я не знаю, но, конечно, знаю, но вы так не догадаетесь. Но вы не догадаетесь. Летят две птички и бьют фамид. Никто, наверное, не знает. Молодцы, отгадали.
Что, какие? Какая же капуста, томатные пузыри. Вот такие. Плохое слово. Не считается. Да! Извините меня, но у меня один спин. Кто хочет, чтобы я его подарила, даже не думайте. У меня он всего один. Зато смотрите. Сейчас. Опять. О, вот так попробуйте. Важно больно, у вас волосы больно, а так. Так что до свидания, ребят. Подписывайтесь на канал .com. Пока!